Современный дартс – одна из самых популярных игр на планете. Стремительно он развивается и в России. У нас проводится много турниров разного уровня, один из которых получил название «Чемпионат мира по версии РУС-ПДС». Проводит его дартс-корпорация «Союз городов» – неформальное объединение любителей этой игры. Что же представляет из себя этот турнир? Он состоит из ряда отборочных соревнований, которые проходили в течение года в Москве, Московской области и других городах России. Потом победители этих этапов собираются на двухдневный турнир в подмосковный город Одинцово и разыгрывают титул, призовой фонд, получают подарки и сувениры. Чем же наш турнир отличается от других турниров? В первую очередь, неформальным отношением к делу и праздничной обстановкой. Каждому событию за две недели до него предшествует анонс в нашей ежедневной дартс-газете «Один дартс». А за неделю до турнира в ней же проводится электронная регистрация. В день турнира проходит два соревнования в личном и парном разряде, победители которых и получают путевку на январские финалы. По возможности турниры транслируются в прямом эфире в интернете на всю Россию, где за ними наблюдают большое число болельщиков. Для них же мы предлагаем много сувениров и подарков. Итоговые финалы проходят в начале января на новогодних каникулах в хорошо оборудованном дартс-клубе «Сколково», куда приглашаются 16 победителей в личном разряде и 16 лучших пар, прошедших отборы. Финалам предшествует жеребьевка в прямом эфире, где участники распределяются по 4 корзинам согласно текущему дартс-рейтингу ЭЛО. И маленькая девочка поочередно вытаскивает из них номера участников, формируя тем самым турнирную сетку. Потом на своих медиаресурсах мы начинаем презентовать участников, кратко описывая их биографии, турнирные достижения и технические параметры инвентаря, которым они пользуются. Каждый участник финалов выбирает для себя индивидуальную музыкальную мелодию, под которую он выходит на подиум. Сами финалы проходят на двух основных аренах клуба – на центральном корте и в греческом зале, а также на 6 тренировочных мишенях. Наши зрители прекрасно проводят время на трибунах, встречая и провожая участников клаксонами и трещотками. А в честь этого турнира местный художник даже нарисовал картину. В этом году мы планируем продолжить проводить отборочные соревнования корпорации «Союз городов» как в самой в Москве и городах Подмосковья, так же и распространим турнирную практику еще на 14 городов России. Так как считаем, что 2022 год должен быть наступлением России в дартс по всем фронтам.